Всех приветствую на канале Helping Animals. Крошечному котенку, брошенному на произвол судьбы, помогли выжить бульдоги. Котеночек, которому от рождения было только 2 дня, оказался на улице совсем один. Но Кроке очень повезло. Мало того, что он был спасен, так его еще и взяли в одну хорошую семью. Женщина, имя которой Бет, живет во Флориде. Она узнала про этого котенка и подумала, что нельзя его оставлять без помощи, иначе он погибнет. Когда этого котенка привезли в ее дом, то Бет сильно стала переживать о том, как нового члена их семьи воспримут ее собаки. Но те, к радости хозяйки, проявили большое дружелюбие к новичку. Особо трепетно к котику относилась собака Френчи. Она так аккуратно и с нежностью облизывала его мордаху, будто это делает его мама. Пес по кличке Сальвадор так за котенка переживал, что только заслышит писк малыша, как бросает все свои занятия. А потом новичок чуть подрос и смог открыть свои глазки. То-то радость была для всей семьи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.